А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Евген Геймс. Здесь вы сможете найти различные видео по такой игре, как World of Warcraft и также CSGO. Ссылочка на него в описании, заходите, подписывайтесь и смотрите его. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию на нашем сервере, где мы будем продолжать открывать кейсы с покемонами. И сразу бы хотел вас поблагодарить за то, что вы сейчас находитесь тут вместе со мной, смотрите это видео, значит, вы меня поддерживаете, и за это, как всегда, я вам очень сильно благодарен. Ребята, давайте наберем 500 лайков, если вы хотите, чтобы вышла еще одна серия открытия кейсов. Это честно, ребята. Это мне дает большую, прям офигеть, какую большую мотивацию, потому что я заметил, что на последних сериях Пикселемона, то ли он вам как-то резко понравился, то ли вы за ним заскучились, но мы набирали нормально так лайков, и за это вам, ребята, еще раз большое спасибо. И если вы хотите, чтобы серии Пикселемона, серии открытия кейсов выходили практически каждый день, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, это действительно дает мне большую мотивацию, и я все чаще хочу записывать для вас видео. Кстати, сегодня я, ребята, хотел бы вас попросить прощения за то, что сегодня не было серии Пиксельмона, но я вчера очень поздно пришел домой, и если честно, я был настолько нафиг уставший, что я просто пошел помылся, покушал и сразу завалился спать, и только сегодня проснулся. Поэтому, ребята, я извиняюсь, я просто-напросто не успел сделать новую серию Пиксельмона. Если я бы ее сейчас сделал, то она бы заливалась до завтра. Поэтому смысла бы не было, если бы я выложил ночью. Поэтому, ребята, следующая серия Пиксельмона будет завтра днем, как в принципе обычно. И, ребята, еще раз попрошу вас поставить лайк. И сейчас мы будем начинать открывать опять наши кейсы. Но перед тем, как мы это продолжим, точнее начнем, так, смотри, Shiny Aerodactyl, Porygon, Cryogonal. То есть мы выбили Shiny Мьюту в предыдущей серии, это очень круто. Кстати, цену на кейсы и на ключи немного понизили. Если раньше стоили первый бокс 100 рублей, второй 285, третий там 385, то сейчас 100, 150, 250. И легенды там дороже, потому что легенды в самом донате стоят 500-600 вроде рублей, а кейс на 200 рублей дешевле. Это сделано, ребята, специально для вас, чтобы у вас была возможность получить легенд еще более дешевле, но все же не все это могут позволить. Поэтому я потом, может, когда-то и буду разыгрывать и кейсы, и ключи, и, в принципе, предоставлять вам бесплатную возможность получить легенду. Но все же, ребята, давайте поехали. Открываем мы наш первый кейсик, как всегда. По 3 кейса: серебряный, золотой, алмазный, изумрудный. И в сумме у нас получится 12 кейсов. По логике, мы же сначала должны открыть серебряный, потом золотой. Мы же не будем там изумрудный, потом серебряный, потом алмазный, потом золотой открывать. Нету смысла, если честно, в перемешку, да? А вот так нормально, будем все по очереди открывать и пытаться выбить как можно лучших покемонов. Но, по сути, это не от нас зависит. Ух, Пикачу, это круто. Я, если честно, хотел Пикачу, даже в предыдущих сериях открытия кейса я вам говорил, что я хотел Шани Пикачу. Ух ты, 20% покедекса заполненных. Круто, Пикачу. Дальше. Второй бокс пошел. Второй бокс. Кого бы я хотел? Кого бы, ребята, мы хотели? Какого покемона? Да, я только подумал, как бы было круто, если бы нам выпал Shiny Scyther. И вот, ребята, нам выпал Shiny Scyther. Офигеть, это реально круто. Я действительно этому рад, что нам выпал Shiny Scyther, потому что, честно, я его хотел. Но у нас остался еще последний кейс. Еще один последний серебряный кейс. И кто бы нам выпал? Ну, он у нас уже был, но все же прикольно. У него есть две эволюции, хотя вроде в этой версии у него еще нету двух эволюций, но все же прикольно, ладно. Это мы выложим уже, ну, сюда точнее выложим. Дальше у нас идут золотые кейсы, потопали. Золотые кейсы — это стартовики. Кого бы я хотел? Я бы хотел Shiny Маткипа, Shiny Чимчара. Даже, в принципе, Shiny Тюртвига я бы хотел, тоже прикольный покемон. Кто нам выпадет? Кто нам выпадет, ребят? Я бы хотел очень сильно Маткипа. В принципе, в этом кейсе со всех стартовиков самый ценный покемон — это Shiny Маткип. Потому что Shiny Маткип, в принципе, реально очень ценный. Его даже на турнирах все выбирают. Мол, Shiny Маткип, он так... О, Shiny Трик! Ух ты! Это тоже круто. Потому что Shiny Маткип, он выглядит даже так прикольно. Такой... Розовенький. Shiny Трико. Ребята, я, если честно, тоже хотел Shiny Трико, даже думал, на втором месте бы у нас, наверное, был, на первом
Shiny Mudkip, я бы очень сильно его хотел. На втором у нас был Shiny Трико, и вот нам Shiny Трико уже выпал. На третьем месте, может, Тепиг, мне кажется. Наверное, Тепиг. Наверное, да. Наверное, он. Потому что остальные нам... Хотя нет, не все же нам выпадали еще. Синдапил нам не выпадал, Сквиртл нам не выпадал. Ошавот выпадал, я помню. Чикорита выпадала, я помню. Больше... Выпадал ли нам кто-то, да, ребята? Тюртвик нам не выпадал 100%. Бульбасар нам выпадал, ну, в принципе, прикольно. Ладно, Бульбасар так Бульбасарчик. Давайте посмотрим на него. Вот он. И у нас остался последний золотой кейс. Последний золотой кейс, с которого может выпасть какой-то сортовичок. Следующий кейс у нас будет алмазный, то есть редкий, там где выпадают Shiny Дратини, Shiny Риулу, Shiny Ларвесты, Сандилы и, в принципе, еще другие разные покемоны. Сейчас мы посмотрим, вдруг нам что-то прикольное выпадет. Но все же у нас еще остался последний кейс. Кто нам выпадет? Shiny Тепиг. Я очень хочу Shiny Тепига. Пожалуйста. Тоже круто, но он у нас уже вроде был в предыдущей серии открытия кейсов. Он у нас уже вроде был. Да, все же прикольно, ладно. Выкладываем. Опа, дальше. Дальше у нас идет алмазный кейс, ребята. Ну что, потопали? Да. Кого бы я хотел с алмазного кейса? На первом месте у меня, наверное, стоит Shiny Риову. На втором месте Shiny Дратини. На третьем месте Пуригон нам выпал. Ну, Пуригон уже у нас был. Вот он, Пуригоша. Да ты что, издеваешься? На третьем месте, я не знаю. Я просто думаю. Наверное, Shiny Ларвеста. Я сейчас вижу, кто-то там мутик получит за оскорбление в чате. Кто-то тут мутик сейчас получит, действительно, потому что, ну, на сервере пытаются и модеры, и, в принципе, вообще избежать вот этих оскорблений, матов и Shiny Sneasel. Shiny Sneasel, ой, иди ты в попу, ты чё вылезла? Shiny Sneasel розовый, он... Мне, походу, нужно перезайти, потому что опять залагал, да, вашу? А ну, посмотрим, я перезашел. Shiny Sneasel такой розовенький. Круто, мне он нравится, честно, мне он нравится. Ну и последний наш алмазный кейс. Много покемонов пролетают. Я бы даже хотел Shiny Blissey, просто я вспомнил, нам же вроде выпадал Shiny Archen, да? А, нам же выпадал и Shiny... Нет, Shiny Archen нам выпадал. Shiny Archeops нам 1000000% выпадал, а вот Shiny Archen я не помню. Ух ты, Shiny Lapras, я его тоже, если честно, очень хотел. Давайте посмотрим. Тоже такой, это фиолет, да, фиолетовый Лапрос. Лапросенок, 45 уровень, круто. Ну и, в принципе, остались три последних кейса. Это мы выкладываем в наш компьютер, остались три последних кейса. Сколько? Сейчас, в принципе, много людей на сервере, а ну сейчас, секундочку. Так, ну что, мы приступаем. Наши три последних кейса, с которых выпадают легенды, во-первых, Shiny легенды, во-вторых, у нас уже был даже Shiny Mewtwo, я очень хочу Shiny Rayquaza, Shiny Groudon, Shiny Kyogre, Shiny Lugia, это тоже очень круто. Ну, Zapdos у нас уже был, Zapdos у нас уже много раз был. Тут кто-то что-то забыл или как? Я что-то не... Меня не запалили, потому что я невидимый, ребята. А за мной, походу, наблюдают. Она, знаете, типа, это девушка, да? Это же, ну, Софья. Понятно, что мужика Софья они будут звать. Она, наверное, что-то заподозрила, что что-то тут неладное происходит. Вот видите? Потому что... Да, даже в чат написали Куэт. Мне интересно, кто я и как меня вообще запалило, если я невидимый. Просто знаете, может кто-то смотрит мои серии и потом заходит на этот сервер и видит, что я вот тут открываю кейсы. Да, вот, например, вот тут спаун, отсюда выбегаешь, и вот я сразу тут на спауне открываю кейсы. Видите? И, в принципе, наверное, уже кто-то вот тут сидит и караулит. Ага, может, тут Эдисон будет опять сидеть и открывать кейсы. Значит, мы его запалим, если она тут будет... Так, давайте мы ее, может, кому-то... Давайте мы ее тпхнем кому-то. Я не знаю, кому...
Да пофиг. Вот так. Просто-напросто, чтобы тут не сидели и не палили меня, потому что я, честно, себе неуютно. Да твою мать-то ты будешь... Так, сейчас ставится, да, я перезашел опять. Я не представляю почему, но, знаете, иногда есть такая хрень, что вот кейсы не ставятся, и просто-напросто нужно перезайти, я не знаю почему. Но все же у нас еще остались два кейса. У нас Запдос выпал, и Мью выпал. И опять у нас Мью выпал. То есть, вот смотрите, Запдос, и Мью у нас выпал. Ну, нормально, выпало, наверное. И последний кейс. Последний кейс. Кто-то хорошенький, я тебя очень прошу. Даже можно не шайни, можно какого-то там Грудошу, да. Какого-то там Грудошу. А почему у меня Леовани... А что у меня Леовани делает в изумрудном кейсе? Нужно ее убрать будет. Я просто не представляю, кто ее туда засунул. Я просто смотрю, там Леовани почему-то что-то там делает. Нужно будет ее убрать. И кто нам выпадет? Последний кейс. Последний кейс. Мью. Опять нафиг Мью. Ну, ладно, нам выпало два Запдоса. Наоборот, нам выпало две Мью и один Запдос. В принципе, ребята, на этом мы будем заканчивать такая небольшая серия открытия кейсов. Я надеюсь, она вам понравилась. Если вы хотите, чтобы мы больше открывали кейсы, давайте наберем 500 лайков, и сразу же выходит новая серия. В принципе, как вы заметили, серии и так выходят каждый день. И это, ребята, благодаря вам, потому что мы набираем 500 лайков, и я хочу сделать новую серию открытия кейсов специально для вас. Также ссылочка на мои сервера в описании. Как вы видите, я играю на своих серверах. Вот сейчас тут сколько людей? Около 50 человек на сервере. Я тоже сейчас нахожусь на сервере. Ну, даже нахрен меня запалили. И все сюда. Да идите вы в попу. Я от вас убегу. Вы меня обидели. В принципе, ребята, действительно, если вы хотите, заходите на мой сервер, играйте вместе со мной, в принципе, играйте с другими людьми. На этом мы действительно сейчас будем заканчивать. Ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии, я читаю каждый ваш комментарий. Я думаю, что сейчас в мире не существует так много ютуберов, которые действительно просто общаются со своими подписчиками. Я хотя бы пытаюсь общаться с нормальными подписчиками. Кто задает нормальные вопросы, кто меня что-то спрашивает, кто хочет обо мне что-то узнать, я всегда ему отвечаю. А когда меня просто-напросто то ли троллят, то ли там оскорбляют, то ли какие-то неадекватные вопросы, я, конечно же, не буду обращать на них внимание. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы я ответил на ваш комментарий, чтобы с вами пообщался, просто-напросто ставьте свой комментарий, я буду рад ему, и также попробую на него ответить. Еще раз скажу, ставьте лайки, набираем 500 лайков, сразу же выходит новая серия открытия кейсов. Ребята, вступайте в нашу банду крутых перцев, все, что от вас требуется, просто-напросто на меня подписаться, я буду очень этому сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем жду вас тут на сервере, вот тут, заходите, ссылочка в описании. Пока!